Привет! Продолжаем игру. Вера, ты вернулась. Какая смелость. Сверхгрипп, у меня есть то, что вам нужно, и я дам вам это, если вы скажете, как снять стома заклятия. Это даже не смелость, а наглость. В этом пузырьке жидкость, которую вам надо выпить. Тогда вы узнаете, что все грибы вокруг вас тоже говорят и мыслят. И ты думала меня так просто провести? Придется тебя проучить. И раз... Опять вы с вашим гипнозом. В общем, чего, привет, еще раз. Финальный выпуск. У меня вопрос, почему она не может просто этот гриб ебаный сорвать? Все. Вот и все. Ну, у нас опять закапнизировал он. Теперь мы можем перемещать только в указанных этих контурах. Предпоследняя у нас глава. Вот, мы заканчиваем эту игру. Что будет дальше, я пока не знаю. Блять, не тот гриб, а где тот? Вот это, наверное. Что будет дальше, пока я не знаю. Видно будет. Точно будет игра, пока не скажу какая, к осени ближе. А до этого посмотрим. В общем, получится у меня тут чего подшаманить с микрофоном и звуком. Тогда запишем что-нибудь. Потому что у меня бывает тут не получается иногда. Хочется поиграть, а никак. Я много чего поиграл, уж, конечно. Ну как, я вообще мало в чего играл так-то. Большую часть игры я не играл, которые сейчас популярны там, допустим, да? Пользуются спросом. Или пользовались спросом. Так, я что-то не понял, там вот что должен быть? Какой гриб? Блин. Не то что-то я делаю. Тут время, конечно, займет тут. Мозаику собирать. А, нет, правильно. Вот это вот туда, наверное, явно. Вот это вот сюда. Остался низ. А, это правильно? Нет. Вот это правильно. Так, вот это, наверное, вот сюда вот как-то. Это вот вниз. Во, теперь мы собрали. Сверхгрипп, я желаю вам только хорошего. Вы же обладаете сверхинтеллектом. Прочитайте мои мысли и убедитесь сами. Чужая душа, потемки. Я прочитаю одни мысли, а у тебя их там еще тысяча. Неправда. В человеческой голове больше одной мысли не умещается. Это факт? Давайте я буду вспоминать всех, кого я встретила, летая на машине времени. А вы следите за моими мыслями, и тогда вы все поймете. Ну ладно, попробуем. Магический гриб узнает правду. Я не понимаю немножко, и тут вот этот вот смысл весь. Помогите ему чего узнать, как? Чё суть этого всего? Я не знаю. Но тем не менее, здесь прикольно то, что можно героев видеть в этой локации. Это же... Здесь встречался только нам профессор, да, вот был, и все, по-моему. Вот Жанна д'Арк здесь, да? Выглядит на этом фоне, да? Знаете, это совершенно понимание. Хорошо. Вот наш эмбок. У нас был здесь профессор и изобретатель. Ну, этот вот мы недавно совсем видели. Зато горшки умеет говорить. Ну, да любой бы, наверное, мог там говорить. Это я, Леонардо, не успел переодеться. Интересно. О!
этот инспектор пангалактического контроля следит за порядком в галактике. О, Угу. Угу, живет в каменном веке. Здорово. А здесь чуть-чуть есть, да? А. И миссис Эйбок пропала без вести 20 лет назад. Девушка с веслом. А здесь, наверное, больше ничего нет, да? Еще 7. Динозаврик. Блин. Динозавр, у которого крали 3 яйца. Так, один героев можно это. Роботы 1008. Кунбищенский сторож. Леонардо Винчи помог построить машину времени. Прикольно, да, так? Все в одном герое. Сократ, гражданин Афин. Только он какой-то не переодетый. Маленький Том, ему где-то 10 лет. А где большой Том? А, вот и большой Том. С разницы. Том Скаут, у меня скоро свадьба. Ха. Кстати, это... Ну, так-то вроде похож, да? Ну, смахивает очень. Это на Гарри Поттера, блин, смахивает. Но оба на американца смахивают так-то. Особенно взрослый. Хм. Ну, даже имя у него не русское ведь. Руки зато, блин, также слово это заправлены в карман у него. Вырос, вырос. Очки маленько поменял. Так, нам еще кого-то одного найти осталось. А кого мы не нашли? А, Нострадамуса мы, по-моему, не встречали еще. Глаз что-то зачесался. Сейчас найдем. А где? А! Нострадамус, предсказатель. Очень приятно. Правдивая история. Он аж охерел, вон у него рот. Да, теперь я верю тебе. Эликсир может помочь. Давай его сюда. Сначала скажите, как расколдовать Тома? Нет, сначала эликсир. Ну ладно, держите. Здравствуй, сверхгриб. Кто это говорит? Кто здесь? Это мы, грибы. Но ведь вы не можете говорить. Вы же безмозглые лишайники. Просто открой глаза и уши. Ты такой же гриб, как и мы. О, вас так много? Я не верю своим глазам. Да, нас целая планета. Я хочу быть таким же, как вы. Я хочу быть с вами! Да ты один из нас! Просто перестань думать, что ты сверхгриб! И ты не будешь больше один! Да, я готов! Я больше не сверхгриб! Простите, что перебиваю, но сверхгриб, который больше не сверхгриб, должен снять заклятие с Тома, моего жениха. Мне надо знать, чего Том был лишен в детстве. Скажи ей! Ах да, у его мамы была аллергия на грибы. Том в детстве ни разу не пробовал грибов. Ему нужно приготовить какое-нибудь блюдо из грибов. Например, грибной суп. Я должна накормить Тома грибным супом? Да! Ты можешь собрать грибы для супа здесь. Мы подскажем тебе, какие съедобные, а какие нет. Ну как я буду вас рвать, ведь вы живые. Не волнуйся, для гриба большая удача принести пользу другому. Хм, грибной суп, название главы, да? И тем не менее его надо кормить супом, это и есть разгадка, ключ, да? То есть ему нужно решить вещь, какая у него не было в детстве. То есть у него не было грибов в детстве? Ну это так зашифровано было, чтобы никто не догадался, типа. Думал, этот, игрок думал, типа, какая-то реальная вещь там, да? Вот, а не грибы. Ну, грибов, тем не менее, немножко собрать надо. Вон там, посмотри, под тем грибом. Это ж так вот зашифровали просто.
Что-то есть еще? Пока нельзя это собрать. Так, еще где-то гриб должен быть. У меня вот два гриба есть, но... Я посмотрю еще здесь сейчас. Может, что-то я упустил здесь. Что-то я туплю в этот раз маленько. Ну вот это не собирается, это тоже не собирается. Ёпта мать, а где здесь? Ой, блин, а? Ты ё-моё. Закончили им. Я просто не могу поверить. Как мы теперь будем жить? Жить мы теперь будем дружно. Ладно, ребята, с вами было интересно. Всем большое спасибо. Желаю процветания вашей грибной цивилизации. Мне пора домой. Вера, ведь это благодаря тебе у меня открылись глаза. Что мне для тебя сделать? Просто больше не хулигань. Хорошо, не буду. Накорми Тома супом, и он сразу же станет опять нормальным. Будь счастлив. Прощай, Вера. Вспоминай нас. Счастливо, ребята. Пункт назначения. Happy End. Хм, у него такой контакт есть в телефоне. Happy End. Все, остается наша последняя глава. Новая глава. Ну, она небольшая. Там только диалога очень много. 95% игры пройдена. Глава 23. Свадьба. Я в этом наряде чувствую себя как нобелевский лауреат. Надо было оставить тебя 10-летним. Тогда бы ты был первым 10-летним нобелевским лауреатом. Профессор, через полчаса гости придут, а вы до сих пор в халате. Медленно оденьте костюм. Том, мне надо с тобой поговорить. Отойдем. У меня от будущей жены секретов нет. Выкладывайте, что там у вас? Друзья, простите меня. Вы забыли костюм дома? Я дам вам другой? Нет, понимаете? Говорите уже. Я потерял кольца. Кто дал Инбоку кольца? Я взял только посмотреть, но забыл, куда положил. Я сейчас вам усы сбрею, профессор. Я не специально. Не надо нервничать. Вахуй. Найдем кольца. Найдите кольца. И музычка такая. Крутая, да? Так, подушечка для колец. Чё здесь? Здесь у нас много чего надо сделать. Я голодна, хочу киви, виноград, арбуз, груша. Фу, это же яблоко. Дьявол, ну яблоко нам для чего-то же нужно. Ой, вот арбуз отвез. Бананы, буш-банан. Банан не любишь? Мартышка, не отдам мое кольцо. Она спиздила кольцо. Груша. Чуть не забыл, я еще хочу яблоко. Ты, блядь, пернатая. Скотина, блядь. Ты же яблоко не хотела, тебе первым давал. Скотина, блядь. Кот спит, не любит фруктов. Так, а что это мне помогло? А, это люк. Так. Фомка. Больше ничего там нет. Лопата. Прямо здесь на свадьбе. Крышка люка. Мышка.
Положи кольцо на подушечку для колец. Хай там большая подушечка для колец. Мне кажется, она маленькая ведь такая. Я дам мое кольцо. Мне надо кормить. Да хера тебе надо этих там, блин, не попадается. Положи кольцо для подушечку для колец. Ну все, здесь больше ничего нету. Больше ничего здесь нету. Котяра вон там. Типа пока с надо положить. Вот мы смогли. По-моему, последний урон стал. Ну вот, нашлись кольца. Уф, слава богу, я так волновался. Что это было? Кажется, летающая тарелка. Гретхен? Привет, дорогой. Ты волновался? Боже мой, Гретхен, это ты? Да, это я. А что такого? Господи, что это все значит? Позвольте, я объясню. Я брал этот экземпляр для исследований. Ваша планета признана разумной и занесена в список благонадежных планет. Экземпляр возвращаю обратно. Я прямо с байдарки попала на летающую тарелку, представляешь, дорогой? Ладно, я полетел. У меня еще 12 планет на очереди. Пока, рукастенький. Ты видел что-то? Я смотрю, гостей на свадьбе прибавилось. Гретхен, боже мой, боже, 20 лет тебя не было. Понимаешь, дорогой, у пришельцев космолеты летают со скоростью света, и по закону относительности у вас на Земле прошло 20 лет, а у нас с пришельцем всего 20 минут. Меня кружится голова. Блядь. Прости, Гретхен. Пизданулся опять. Дорогой, что с тобой? Он упал в обморок. Почему? От счастья. 20 лет большой срок. Сейчас попробуем привести его в себя. Все, как говорил Нострадамус, кстати, если кто помнит. Не помню, в какой главе. В какой-то визглав 11. Ну, что-то такое, в общем, там где-то. Плюс-минус. Вот. Вот как он все говорил. Задание. Приведите его Эмбока в себя. Для этого совместите образ утраченной Гретхен с реальной Гретхен. Не понимаю суть этого задания тоже, если честно. Совместить утраченную и реальную. Ну, и что это? Вот. Значит, что нам? Это вообще последний уровень, кстати, все, финал. Ну, здесь чего? Подсказку взяли, показывает, типа, нам надо собрать вот эти тюльпаны или розы. Розы это вроде как. Вот. Что еще? Розы, все, здесь только розы. Выше здесь ничего нет. Здесь могла быть ваша реклама. Ой, блядь. Подкол такой. В общем, что нам нужно? Нажимаю на профессора. Почему профессор спит с одним открытым глазом? Потому что у него здесь цветок еще как бы. Вот. Нажимаю на открытый глаз и возвращаемся в один из уровней, где там была такая же херня. Так. Энергетический световой щит. НЛО. Закрыто. Все же на свежий воздух. Назад. Не знаю, почему такой уровень придумали. О, бумеранг улетел куда-то. Так, нужно найти порох и патрон. Мой совет, обязательно найди монетку. К чему это все? Ключ. Как бы ее разбить? У нас сломка есть, кстати. Стопка монет. О, блядь, упала. У нас уже была. Да, патрон. Порох. А здесь что? Как бы ее разбить? Монетка.
Это глюк, кстати. Это реально глюк, потому что она сейчас не должна быть. Мы должны сначала потратить сюда патрон с порохом, встрельнуть в эту херню. И нам постоянно скажут, что нужно собрать розы, типа. А, закрыт, тем более не выйдем. Не важно. Но это все равно глюк, он не должен быть. С нами лучше по-хорошему. Мы любим запах роз. А вот теперь можно... Ну, можно и так сократить. А так роз просто собрать все. Профессор, к вам вернулась молодая жена. Радоваться надо, а вы все в обморок падаете. Это так неожиданно. Он уже старый. Счастье не приходит по расписанию. Ладно, я пошел встречать гостей. Давай. Вы не возражаете? Я позвоню подруге. Интересно, Эмма наконец-то развелась? Нет! Не делайте этого. Отдайте сейчас же телефон. Но я уже звоню. Блять. Ловите ее. Каракатица, блять. Ничего не кончилось. Ай, блин. Резко куда-то полетели. Ну все, в общем. Вот так завершается игра. Грибная эра. Вроде счастливый конец, ну и вроде... Ну так-то счастливый конец, только вот... Она что там насмехаться начала. Она просто не поняла, она... Как бы 20 минут прошло, да, там с космическим временем, там все дела. А здесь-то... Вот. В общем, игрушка интересная. Крутая игрушка. Поиск предметов таких вот, жанр-то. Вот. Мы ее прошли. Ой. Так что поиграть советую. Сейчас полных версий уже есть. Это не то, что раньше было. Когда продавалась она. Глава свадьбы целиком на совести Николая Шуркова. Типа, Владин ее тут придумал сам, эту главу. Здорово. А сколько помню, здесь что-то в конце еще интересное. Надпись какая-то. Там что-то тоже это... Прикол такой. Вот, что я говорил-то? Это раньше... Да, раньше-то ее покупать надо было, да, там игра. Сколько стоила, не помню. Ну, недорого стоила. 100... Блин, не помню. Ну, что-то 125 рублей такое что-то. Отдельное спасибо за острый глаз Денису Коновалову. Вот, и это... Ну, я ее раньше, конечно, и там через ключ ее хакали, и все дела, да, ломали. Можно и сейчас, конечно, сделать. Но сейчас есть полная версия, полная их пиздец. Я уж, правда, не помню, какого игра года. 2008 там же в игре-то все это было. Игры Божественный пинбол и участие придумал и исполнил Виталий Романов. О, Романов, Виталий, крутые игры создал. Только, блядь, нерв надо, особенно на пинбол, блин. Боишься за каждый этот... Его удар там. Вот. Тем не менее, это все. Не в особо 2008 год. О, все грибы защищены. И этот, формула какая-то. Е равно МЦ в квадрате. В общем, все. Всем спасибо за просмотр. До следующих игр. Не знаю, когда что выложу, что пройду. Пока не знаю, но что-нибудь да будет. Просто сейчас времени нету, нифига. Все дела. Что-нибудь обязательно выложим. Я все помню, все знаю, что как у меня, что тут простое одни. Очень долго не было видосов. То, что я говорил, что я когда играл первые два выпуска записывал грибную эру. У меня она там хакнулась. Короче, накрылась. Мой компьютер тоже накрылся. У меня ничего не оставалось там. Вот, и это. Сохранение слетели, проходить заново мне еще не хотелось. Вот, поэтому это, я говорил, что не факт, что оно будет прохождение дальше, с продолжения, да. Но, тем не менее, я вот все-таки, я ее хотел все-таки пройти и попытался. Вот, все, 20 головы пройдено. Я сейчас ее выключу, кстати, я ее не выключал просто.
А если я сейчас выключу, у меня все сохранения собьются. Ну, по крайней мере, перезагружу компьютер, собьются, и все будет заново. Я специально, конечно, проверю для интереса. Потому что такое уже было опять. Я не знаю, почему не держит сохранение, слетают. Вот, ну ладно, все, всем спасибо за просмотр, всем пока. Да, покинуть игру хочу.